коллеги. Кто меня не знает, я хочу представиться. Меня зовут Рима Рушанова Садыкова. Я преподаю сольно-камерное оперное исполнительство и предмет ансамблевое камерное исполнительство. И сегодня мне захотелось начать этот урок с «Монажиада», который я разложила, написала вот музыку, и многие годы ансамбли мои студенты, которые занимаются у меня в ансамбле, исполняют этот «Монажиад». И это очень символично сегодня, потому как месяц Рамазан, и я хотела вам всем пожелать доброго здоровья, счастья, долголетия, творческого вдохновения, и пусть все ваши мечты исполнятся. Но сегодня у нас есть и гости, и поэтому я хотела представить студентов наших. Это студенты второго курса предметной языковой комиссии «Вокальное искусство». Аделина Валиева. Все студенты, которые вот стоят на сцене, они лауреаты международных, всероссийских, республиканских конкурсов. Аделина Валиева. Класс преподавателя заслуженного работника, заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Башкортостан, доцента сольного пения Института искусств имени Загира Исмагилова. Аделина, она пришла после музыкальной школы, четвертой музыкальной школы. Она уже занималась пение. Вот, много у нее было дипломов, лауреат, уже многих конкурсов. Так она поступила к нам на вокальное отделение. Майя Чикурова. Она учится в классе у Эльвиры Венеровны Рахимкуловой. Вот у Майи, я точно помню, вот такая папка была. Да, Майя? Город Нефтекамск. Да, она приехала из города Нефтекамск. Да, города Нефтекамска. Дальше. Анжела. Анжела Янбердина. Она приехала из Белорецка. Белорецкий район. Она мне второй раз поправляет. Она учится в классе у Зайтуны Ахметовны Сарвары. Похлопаем двум девочкам. Прекрасные голоса, сопрано, изумительные голоса. Дальше солист нашего ансамбля, лауреат всяческих конкурсов, Айдис Хайдаша. Тенор. Вот тенор, уже, как скажешь тенор, это уже да, особый человек. Вот. Айдис учится сейчас у Айдиса Гранитовича Гизатуллина, а три года почти проучился у заслуженного работника культуры Башкортостан Симы Осиповны Мишурис. Послушай. Вот интересный у нас студент Андрей Тимофеевич. Великолепный музыкант, пианист, композитор, вокалист и еще спортсмен тэквондо. Понимаете, как у него сочетается такая гармоническая личность? Вот, учится он у профессора, так, заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Башкортостан Эмиля Ахатовича Абдулиманова. Салават Ямов, он представитель певческой династии. Папа у Салавата. Хамид Тлямов, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Салават у нас имеет прекрасный голос, баритон. Смотрите, я на него всегда смотрю и думаю, это второй Эльдар Абдразаков. По фактуре красивый. Вот. Похлопаем Салавату. Почему мне хотелось вот их всех представить? Даже вот нашим всем студентам. Вокальный ансамбль – это очень сложный предмет. Сейчас можно вам сесть. Долго не буду говорить. Вокальный предмет
так сказать, в работе сложность, наверное, это и в работе любого преподавателя, который занимается ансамблем, сочетать разную методику, которую они имеют, они несут, индивидуально они поют, у них разная уже постановка, да, вокала, разная постановка голоса. А в ансамбле мне нужно это как-то соединить. И поэтому специфика работы вокального ансамбля, самое первое условие, это вот умение вот это сочетать разные тембры, разные громкости, что ли, разные силы звучания, голоса. И это бывает не так-то просто. Иногда вот после мастер-класса опять меня спрашивают, а как это так? Вот у вас так получается? Я даже не знаю как. Это, видимо, слух преподавателя. Но я всегда студентам говорю, что на ансамбле надо петь, слушать рядом стоящих своих друзей, которые поют в ансамбле, и справа, и слева. И в то же время еще нужно гармонично сочетаться с разными голосами, то есть не выделять свой голос. Сложность еще в ансамбле – ритмическая синхронность. Да? Ведь в ансамбле они все должны быть в едином ритме, единый темп. Одинаковое произношение гласных, одинаковое произношение слова. Даже если есть какие-то движения в ансамбле, они должны быть отработаны максимально. Поэтому вот на нашем курсе 12 человек, а я вот выбрала только шестерых студентов. Это студенты, которые максимально посещают уроки, потому что ансамбль это дружный коллектив, это коллективная форма работы, где здесь не только поют, но и мыслят одинаково, чувствуют одинаково. А когда нету вот этого коллективизма, нету этого самоуважения, самовнимания, там, взаимовнимания, да, взаимоуважения, тогда не получается ансамбль. Поэтому сегодня на уроке присутствует 6 студентов, которые с удовольствием занимаются на ансамбле, им нравится, и это я чувствую всем сердцем. У нас есть именно взаимопонимание. Они мыслят так же, как я. А если на уроке возникают какие-то другие мысли, то в ансамбле, возникают какие-то вопросы, не такие вопросы, как педагог, например, желает ставить задачу, то получается уже это не ансамбль. И вот это вот научить мыслить как целый коллектив, каждого, вот единый коллектив, да, вот эта вот задача, вот у меня вот это очень сложная, но начиная со второго курса, постепенно ансамбль образовывается. И к концу четвертого курса и курс не хочет уходить, уже хотят петь в ансамбле, и на выпускном вечере поют они вместе, и потом где-то отмечают они свой выпускной, поют только в ансамбле. Но, к сожалению, это приходит, вот это созревание пения в ансамбле появляется только к концу четвертого курса. Но у меня лично, например, в практике было по-разному. И со второго курса дети прямо пели в ансамбле, прибегали, и когда я уходила домой мимо общежития, когда проходила, слышала, что они готовят на кухне и поют в ансамбле. Это были ребята уфимские джигиты, причем мы собирались и ночами все это я расписывала, что-то у меня не получалось. Нужно было срочно готовиться к конкурсу татарской песни имени Ильгама Шакирова. И причем это сложный был конкурс в 3 турах, и разные, ни одно произведение не повторялось. И вот я распишу, раздам, их было 8 человек, потом приду домой, слушаю, или когда позанимаюсь, уже мне не нравится это звучание, эти гармонии. Причем они пели 8-голосие, у каждого была своя партия. Вообще классический ансамбль – это, конечно, квартет.
то есть сопрано, альт-тенор и баритон. Если удваиваются голоса, то как бы ансамбль становится более сочнее, более плотнее, да? А вообще вот я сколько вот смотрю видео, например, в интернете, солисты оперных театров, если произведение написано на 4 голоса, они поют только вчетвером. Это вот классический ансамбль. И поэтому в программе нашей, да, в программе вокального ансамбля нашего учебного процесса, если посмотреть программу, в государственном экзамене выпускном студент должен спеть дуэт, трио и квартет. Общего ансамбля так такового нет, потому что общий ансамбль — это, в общем-то, не классический ансамбль, это больше эстрадный ансамбль. И поэтому вот эти вот 8 голосов и нон-аккорд 9 голосов, это все идет ближе от эстрадного ансамбля. И поэтому нам, конечно, мне лично хотелось бы, чтобы у нас был классический квартет, но производственной необходимостью получается так, что альтов нет, меццо-сопрано нет, и баритоны выполняют партию альта, когда альт — это женский голос, или меццо-сопрано должно было бы петь в квартете, да, и за счет этого такой дисбаланс получается звуковой, когда стоит сопрано, опять не альт, а баритон, потом тенор и потом опять баритон. Это, конечно, не совсем классическое звучание. Классическое, конечно, сопрано, женский голос альт или меццо, баритон, то есть тенор и баритон. Вот это вот классический состав. Но, к сожалению, в училище пока так не получается, потому что наши девочки, они приходят очень юные, в 15 лет, голоса еще у них не созрели. Ближе уже в институте у них точнее определяется уже характер голоса, либо это драм-сопрано, либо меццо-сопрано. Но меццо в природе очень редко, конечно, как-то встречается. Или это искусственно созданный голос меццо. Но мы иногда, вот преподаватели, конечно, слышим, что если у студентки есть более такой крепкий голос, мы, конечно, практикуем, что студентку просим исполнить альтовую партию. Но это опять-таки, ну, как бы производственная необходимость. Сейчас мы попробуем показать, как мы раздеваемся, пожалуйста, на сцену. Вот на ансамбль они приходят очень удобно. Бывает после специальности, после своих индивидуальных уроков, иногда мне говорят, я уже распет, я уже распет. Ну, распет — это хорошо, но у нас ансамбль был. И здесь опять самое главное — слушать друг друга, не выделяться, то есть сочетаться. И нужно обязательно вместе распевать, чтобы почувствовать друг друга. Не только в голосовом плане, но и в физическом плане. Во-первых, уже слышишь свой голос и думаешь, слышно меня или не слышно, не мешаю ли я кому-то. То есть тут свои вот задачи. Новые навыки здесь должны они приобретать. Те, которые, бывает такой случай, что часто, причем в последнее время, вот на этом курсе, я приду и все спою. Я говорю, ну, это хорошо, но получается, вот шестеро уже привыкают, у них звучание свое, понимаете? Вдруг появляется человек, который хорошо поет, и он так вот просто забегает. Я говорю, вы у нас гастролер, да, заехали, но мы с вами ведь даже... приезжают солисты в театр, да, приглашенные, но ведь у них есть репетиции, они за неделю приезжают, они привыкают. А у нас, например, у меня есть такие, которые только выступают в уголе, понимаете, приходят и выступают. Но я не могу студенту сказать, нет, вот ты не выйдешь, он же у меня
меня, в общем-то, учатся. И я как педагог еще веду воспитательную, в общем-то, работу. Думаю, вот споет, услышит какое-то звучание и будет ходить на вокальный ансамбль. Но, к сожалению, не получается. И это повторяется и повторяется. А студенты, которые поют, они тоже не могут сказать «уходи», потому как, в общем-то, на ансамбле педагог это должен решать. Ну, вот так вот живем, вот так вот работаем. Ну, сейчас мы будем распеваться. Сначала мы, значит, поем так. Yeah.
Давайте вместе. Здесь и гармонический слух, и мелодический, и полифонический,
И потом мы, преподаватели, стараемся выбирать интересный репертуар. Я ночами слушаю, так, ищу, нотки отправляю, и на дистанционном формате мы занимались, нотки отправлю, видео тоже отправлю, они слушают, потом им нравится. Я такая счастливая, потому что то произведение, которое я выбрала, им тоже нравится. Значит, мы на одной волне, значит, у нас есть ансамбль, у нас есть контакты, это меня очень радует. Ансамбль – это великолепно. Лучше ансамбля ничего нет. И вся жизнь, в общем-то, ансамбль, понимаете? Мы же учимся общаться, и вот ансамбль – это в первую очередь. Они здесь, во-первых, более слабые, у нас слабых нет, я в общем хочу сказать. Более слабый исполнитель в ансамбле становится крепче, он увереннее становится, он думает, что он тоже что-то какое-то главное действие совершает, он поет, и здесь он может быстрее выйти на сцену. Но не так, что ли, мои коллеги, правильно? Да, да. Композиторов.
отечественных композиторов. Это более как бы доступный такой репертуар. Но начиная с третьего курса мы переходим уже, берем дуэты, трио и зота. И самый любимый наш композитор, великий композитор, Вольфганг Амадей Моцарт. И сейчас мы исполним дуэт, значит, Айгиз Хайдаршин, Салават Прямов исполнит дуэт. Они сейчас на завод из группы, какой мы поймем? Так поступают все женщины. Ну, громче. Так поступают все женщины. Дуэт. Феранда и Гулейну. Да, очень сложный дуэт. Ну, сейчас они покажут, как они исполняют этот дуэт. Желательно
произведение петь на своем родном языке, если это звучит естественнее и удобно петь на итальянском языке. Пожалуйста. Удивительный дуэт. Да.
Андрей у нас раскрылся, и Майя раскрылась в прошлом полугодии, они пели один дуэт, дуэт Сюзанны и Тигрова пели, да? А сейчас они будут петь, у нас Андрей превратился в графа, мы вот ему рассказывали, кто такой граф, и как он мог величаво себя держать, а Сюзанна остается такой трепетно нежной.